Да пребудет с вами сила! Продолжаем цикл видео, посвященный планетам и мирам Вселенной Звездных Войн. Сегодня рассмотрим планету Аргонар. Аргонар – пыльная пустынная планета в Среднем Кольце. Во время войн клонов планета находилась под контролем в начале Республики, а позже Конфедерации Независимых Систем. На планете была размещена известная база сепаратистов. Обнаруженная республика между 5 и 3 тысячами лет до Явинской битвы, планета вступила в галактическое правительство, оставаясь под защитой Сената вплоть до 3959 лет до Явинской битвы. Во время новых ситских войн Дарт Риван поработил планету и присоединил ее к империи ситхов. Аргонар принимал значительную роль в войнах клонов. Примерно через год после битвы на Джианозисе джедаи Киа Димунди, Бултар Суон, Пхат Джул, Энакин Скайуокер, Аша Радхет прибыли на планету, чтобы завязать битву с местными силами сепаратистов и их союзниками Юземами. Примерно в то же время неизвестный сепаратистский офицер прибыл на Аргонар, чтобы создать там базу, но был убит солдатами-клонами. Тем не менее, планета осталась под контролем сепаратистов. В период восстания планета временно использовалась повстанцами, но те были разгромлены империей в 0 году после Явинской битвы. После поражения империи в битве при Эндоре Аргонар встал на сторону имперского гранд-адмирала Трауна и помогал ему бороться против Новой Республики. В 26 году после Явинской битвы Аргонар был покорен южань-вонгами, а его население было либо порабощено, либо убито. В 137 году после Явинской битвы планета лежала на территории Галактической империи Дарта Крайта. Шафт Аргонара очень напоминал Татуин и Джианозис. Эту планету усеивали пески, горные арки и каменистые шпили. Как и на Татуине, на этой планете жили сарлаки. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал и вступите в группу канала. Всем до скорых встреч!